Соревнования проводятся среди мальчишек и девчонок младшего возраста. Ежегодно в этом турнире участие принимают легкоатлеты областного центра. Перед самым началом состязаний руководитель детско-юношеской спортивной школы номер 2 Зейнеп Нуркенова наградила павлодарскую команду. За активное участие в традиционном первенстве по легкой атлетике на призы Дедушки Мороза. Мы уже не первый год детей возим на эти соревнования. Сегодня у нас мы привезли 35 детей из всех возрастов, 4 возрастные группы. Что символично и приятно для организаторов турнира, который проходит уже на протяжении последних 10 лет, павлодарскую команду привезла воспитанница Екибастузской школы легкой атлетики. Анастасия занималась именно в детско-юношеской спортивной школе номер 2. Кроме гостей с областного центра приехали и соседи с АКСУ. Всего за призы Дедушки Мороза в 2018 году борьбу ведут порядка 200 детей. Основная цель – это, конечно, развитие дополнительного образования в сфере спорта, выявление новых имен спортсменов, выполнение нормативов кандидат. И, естественно, в первую очередь это охват численности детей несовершеннолетних с занятиями физической культурой и спортом. Радует тот факт, что в новогодние каникулы дети, занимающиеся легкой атлетикой по всей области, съезжаются в Екибастуз и проводят праздничные соревнования, которые уже стали традиционными. Будем ждать новых побед и достижений в новом 2018 году.